Уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, рассмотрели в Одинцовском городском суде. Вечером 23 мая 2022 года в деревню Зайцево приехала компания молодых людей в гости к новой знакомой. Во время веселья и распития алкогольных напитков к ним присоединился ее сосед. У него и произошла ссора с Сергеем Волковым, в ходе которой обвиняемый стал избивать потерпевшего и нанес ему не менее 21 удара руками и ногами по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался. Государственное обвинение в суде поддержано заместителем прокурора Московской области Чирсковым Олегом Леонидовичем. По итогам рассмотрения уголовного дела 31 августа 2022 года Одинцовским городским судом в отношении Волкова вынесен обвинительный приговор, согласно которому Волков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьей 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Ольга Дмитриева, Фарид Харитдинов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».